Обшиваю. Мы в космосе. Звезды проносятся мимо нас. Ходим на третью космическую. А у него на хвосте. Сбивай его, сбивай. Открою секрет тебе, подаван юный. Погода говно. Такую порошу в Абакан будет трудно ехать. Я постараюсь. А это можно проехать? А что с мостом? Сломался. Сломался. Это река, да? А ты, прости, Тох, думал, что это? Жерло вулкана? У нас было только два варианта. Открыт мост или закрыт мост. Но вот третьего варианта никто не предполагал. Открытая река. Welcome to Хакасия. Варь, ты будешь на лыжах или на сноуборде? Мы еще не определились, давай. Мы едем на Эльбрус или на Домбай. У-ху. Вот откуда к нам арбузы фигачат. Платный проезд. Где мы находимся и что это, мы не знаем. И после лавинного ограждения появился снег. Много снега. Ну, что можно сказать? Здесь дохера снега, дофига! До Нового года осталось полчаса, мы в бане. И сейчас мы пойдем справлять Новый год вместе с тувинцами. Тува или Тыва? Тыва. Простите. Вместе с тывинцами из республики Тыва. Денис, у которого мы жили, он говорит такой: вы вообще ни хрена не знаете свою страну, потому что вы живете там за Уралом, а дальше, что дальше Урала, вы ничего не знаете. Вот он прав. Позорище. Мало того, никто не знает, где находится Красноярск. Или да. Новосибирск. А в Шерегеше парень, когда мы сказали ему, что мы из Твери, он такой... А, Тверь, ну это где-то на Урале. Вы такие, ну да, чё? Почти. Уважаемые, надо работать днем и ночью, в будние дни и в праздники. Везде, всегда, приближение этого чудесного мгновения знакомо нам с детства. По традиции, успех всей страны зависит от духа. Надо
My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Угадайте, у кого здесь есть предпусковой подогреватель? Тимк. Чего это у тебя такие брови белые? И усы. Попытка. Она едет. Одного спуска хватило. А что, нам тоже дали, так что... Что можно делать в 5000 километрах от дома на горнолыжном курорте? Правильно, остановиться на дороге и построить трамплин под лэп. Как в Хакасии в морозы готовят пельмени? Эвакуация крузака. Дружное сообщество в Ергаке. Все понимают, что если машина сдохла, то это печально. Потому что минус 30. Как твои ощущения парковки рядом с танками? Круто. Докатался. В армию сбил. Эксперимент. Решили на ночь утеплить машину, потому что мороз был минус 30. В итоге закопали ее всю. Эксперимент оказался очень-очень-очень удачным, поскольку за 4 часа машина вообще не остыла. Но есть некоторый косяк. Я забыл сделать доступ воздуха к двигателю, поэтому она компенсировала это бензином. В итоге она сожрала лишние 20 литров. И теперь у нас стала другая проблема. Как нам пережить одну заводку, два прогрева и путь в 60 километров. Хе-хе-хе. Эксперименты, блин. Мы уже второй день подряд катаемся по этому парку Ергаки в поисках мест, где можно покататься без ходьбы, вне трассы. Именно с камнями, с елками, со снегом, с уклоном. We'll be right back.
оригинальный подъемник. Такого я еще не встречал нигде. Поднимается медленно в гору лошадка. Где мясо зарыто? Вчера МЧСовцы нам сказали, что можно заехать в что-то там МВД или Минобороны и спросить здесь переночевать. 10-15 минут, и вот мы ночуем. Здесь две батареи, две. Безлимитный душ, телевизор, связь. Кухня, связь. А еще смотрите, кровати. Меня бугель сегодня хотел убить. Тут защита от бугеля. Тут зверские бугели на снежной. Вот так здесь принимают, классно. Хорошие люди. Люди у нас некоторые, туристы погибали. Кто-то со всячего камня упал. Ого. Кого-то медведи поранили. И вот он помогал. Барсик, ты лошадка-герой. Ты самый ветеран. We'll be right back.
My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Это после полки обратно для любителей кулуаров. А я снега нажрался. Давайте кидаться хоками. Как горные ручьи слились все треки от сноубордистов. Настал вечер. Гора. Пока, Ергаки! Физкульт, привет! Привет! А вы для Заре Фред Фокса, да, тренируетесь? Что-что? Вы тренируетесь для соревнований? Для каких-то? Да, я тренируюсь. Я из Красноярска. Сборная Красноярска. По скайранингу. Ух ты! А, это на Кавказе, да? Я знаю, точно проводят там где-то рядом с Сочи. Забегал, да, на Эльбрусе. На Алтае у нас вот набор еще будет проходить первый этап 3 апреля. Вот я готовлюсь. Офигеть! А? Круто! Удачи вам! А как вас зовут? Мы просто фильм снимаем про Россию. А, да, меня зовут Юра Штанков. Юра Штанков. Да, помимо всего прочего, я еще организую фестиваль скайранинга «Дед Сергак». Ага. 4 августа этого года. Ага. Вот, а и ВКонтакте вы, наверное, есть, да? Мы найдем ваших фото. Да,